Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Владимир Толочко, компания Soul Motors. На обзоре у нас сегодня Honda Accord 2016 года, приобретенная с аукциона IAAI, это страховой аукцион Insurance. Автомобиль 2016 год, продавала страховая компания Geico Insurance. На автомобиле 20 тысяч миль пробег, автомобиль заводится, как бы передвигаться не советуют, но мы сделаем небольшое передвижение, то есть мы сделаем небольшой тест-драйв. Итак, это 2,4 литра объем. Автомобиль имеет вот такие вот 19 легкосплавные диски. Основной удар у нас пришелся на заднюю правую сторону. Итак, у нас завалена сама четверть, забита дверь. Мы уже заклеили все, чтобы влага не попадала, вы видите, да? То есть все, пленочка заклеена. И автомобиль спокойненько может отправляться, чтобы не превращался из битого еще и в утопленник. Задний бампер у нас целый, покраски немного выскочил здесь. Фонарь у нас полностью целый. Это спорт-версия. Диапазон цен этих автомобилей от примерно где-то 4,5 до 7 тысяч долларов. Хотите что-то подобное приобретать? Плюс 1-267-632-4774, Viber, WhatsApp. Так, что у нас внутри? Внутри, как всегда, куча мусора каких-то там, чеков. Кабеля, как я понимаю, здесь стояла неплохая музыка, ее вырвали. Так, взорвана шторка, взорван потолок, взорвано сиденье пассажирское. Я уже сказал, 20 тысяч миль пробег. Так, что здесь? Давайте откроем багажник, посмотрим, что у нас в багажнике. Что мы имеем в багажнике? В багажнике мы имеем какой-то пластик, кусочки дерева. Да, здесь стояла система, вы видите, ее просто вырвали, вырезали. Так, резиновый коврик. Внизу мы имеем ремкомплект, секретка, сама докатка. В таком вот состоянии автомобиль будет отправляться в Украину. Ну что ж, давайте сделаем драйв-тест. Автомобиль имеет 2,4 литра объем. Я уже вам, наверное, сказал, но повторюсь. Итак, у нас работает камера заднего вида. Слышите, что-то трет, это защита. Поэтому дальше не поедем. Вперед-назад мы едем, вы видите. Автомобиль пришел с аукциона с двумя ключами. Вот два ключа. Также эти два ключа и отправятся нашему клиенту. Все. Вот такой вот красненький обзор. Honda Accord. Мы делаем сегодня для вас. В описании под данным видео будут наши контакты, пишите, звоните. Наши представители в ваших странах смогут для вас оттаможить, просчитают доставку, сертификацию и так далее. Все, ребят, всем пока. С вами был Владимир Толочко, компания Soul Motors. На обзоре у нас была Honda Accord с диапазоном цен до 6 тысяч долларов. Вот такая красавица отправляется в Одессу.